Добро пожаловать, друзья, на канал Invest Hacking. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Поймал себя сегодня на мысли, думаю, что рассказать такого видео. И вы знаете, не буду отходить от своих привычек. Буду рассказывать то, что изучаю сам. Возможно, для кого-то это будет более релевантно, для кого-то менее релевантно, но то, на что я смотрю сам, то знаю я лучше, об этом буду вам и говорить. Вчера, я смотрю, зашла тема с NFT Worlds. Меня немножечко, конечно, настораживает то, что как бы я осветил продукт, и сразу люди набежали его скупать. Пожалуйста, понимайте собственные риски, да, я не привык к тому, что я инфлюенсер, да, я никогда себе не ставил такой задачи, я просто криптоэнтузиаст, который делится своим опытом, поэтому, пожалуйста, включайте собственную голову и, собственно, принимайте решения сами. Одно дело, это я что-то изучил, что-то где-то услышал, я могу ошибаться, могу не дочитать, поэтому, как бы, каждый берет риск на себя. Это что касается того, что зашло вчера. Вчера мне, кстати, даже попеняли за крабов, что ж ты сейчас сказал, а полтора месяца назад не сказал. Сейчас я вам сегодня покажу, что видео полтора месяца назад, когда я только заходил, я тоже записал, и комментарии были тоже весьма интересные. Сегодня продолжу свой рассказ по поводу маленьких коинов. Вчера я упоминал еще Coin Trip от проекта BioPills. Я, собственно, не рассказывал про него подробно раньше, потому что мне казалось, что все уже в курсе, но я так понимаю, что народ не в курсе. Опять же, вторая такая ошибка, то, что когда я это изучаю, мне кажется, что все вокруг это знают. Похоже, что не все это знают. Я расскажу, опять же, свои наблюдения, а вы, друзья мои, делайте собственные выводы. Поэтому сегодня будет в основном про BioPills, немножко про NFT Worlds. Ну и, как всегда, начнем с графика битка. Биткоин у нас консолидируется на поддержке. Про него особо много не говорим, потому что ничего не изменилось, никаких интересных, больших, серьезных, значимых новостей не произошло. Фундаментал не изменился, да, там, майнеры не отключают свои риги, в два раза быстрее не майнят, чейн все еще работает, как бы просто цифровое золото делает то, что оно делает. Ха-ха-ха, да, теряет 40% в стоимости. На самом деле, я думаю, что биткоин и должен быть таким неинтересным, скучным, он должен стать еще более неинтересным, еще более скучным, тогда он, наконец, собственно, и превратится в то самое золото 2.0, и просто в нем можно держать свой капитал, и знать, что он будет потихонечку расти, а зарабатывать можно на альткоинах, на микрокапах, на NFT и так далее. Вчера, кстати, твитнул о том, что пока CT, это крипто-твиттер, паникует по поводу просадки биткоина и альткоинов, NFT его часть радуется, потому что картинки дорожают, ну а по поводу эфира мы не переживаем, потому что мы приняли его за нашу базовую валюту, и мы знаем, что в долгосрочной перспективе он будет расти, ну а если в моменте есть какая-то просадка, мы не переживаем. Вот, такой вот взгляд у меня на биткоин. Посмотреть доминацию. Похоже, что она отскочила снова от уровня поддержки. И, соответственно, биткоин будет потихонечку расти быстрее, чем альты. На небольших вот таких вот просадках. Сегодня видим зеленый день у альтов. Это значит, что биткоин немножечко уступил свои позиции. Но я думаю, что если он встанет в фазу роста, то он существенно опередит альты. Кстати, раз уж про крабов сказал интро, вот, пожалуйста, показываю. Видите, есть видео декабрьское, где я уже на обложечку поставил краба, и в ней месяц назад, как раз когда купил, про краба первый раз сказал, потом говорил еще в декабре, но мне сказали, что ж ты только сейчас говоришь, когда уже сам вышел. Ну, друзья мои, реакция на каждом видео про краба всегда одинаковая, $2000 за крабов — это сумасшедшее. Ну, ладно, все, за крабов больше не топлю, проехали, кому надо, те купили. Прокомментирую по токену World. Значит, меня вчера спросили, где ты покупаешь токены World? Не на бирже, вот этой вот MEXC, нет, конечно, не на ней, такую биржу я вообще не знаю, понятия не имею, и CoinGecko здесь хоть и поставил зеленую галочку, может быть, она и хорошая, но я на ней не покупаю ничего, я покупаю на Uniswap. Вот есть смарт-контракт, номер смарт-контракта токена NFT World, его можно вот так вот скопировать, перейти на Uniswap. Странно, кстати, что CoinGecko не показывает эту пару, но тем не менее, перейдем на Uniswap, например, открыть эфир, например, нажать кнопочку Trade, и дальше
выбрать. Так, это у меня просто на полигоне включен эфир. Точнее, не эфир у меня включен на полигоне, а кошелек. Сюда вставляете в поиск, вставляете токены World, выбираете эфир и покупаете настолько токенов эфира, сколько вы хотите. Конечно, заплатите газ за транзакцию на эфире, но это как бы от этого никуда не деться. NFT World писали, что они сделали бридж на полигон. Я официального контракта токена World на полигоне не нашел, не видел, не знаю. Ребята в чате нашли, но я не хочу давать ссылку, потому что сам 100% не уверен. Вот, если хотите, залетайте в наш чат, к телеграм-канал, телеграм-чат, там ребята обмениваются информацией. Кто-то уже покупал World на полигоне. Еще хочу уточнить. Вчера я когда сказал, что общее количество токенов в обращении будет 500 миллионов, я оговорился, 500 миллионов токенов раздадут. 250 уже раздали, 250 миллионов раздадут в феврале. Общее количество токенов будет 5 миллиардов. Да, это, конечно, меняет математику, я согласен, но эти токены будут потихонечку вливаться в экосистему, их не будут, там нет никаких ранних инвесторов, их просто будут давать за стейкинг миров. Да, конечно, опять же, разница большая, но помним, что, например, у Sandbox, у того же 3 миллиарда токенов, и цена токена 4,4 доллара, у Манны общий маркет капитализация 2,2 и цена токена 2,79. При этом циркуляция уже 1,3 миллиарда, у Sandbox циркуляция чуть меньше миллиарда. У токенов World всего будет, сейчас я найду здесь, чтобы уже теперь точно ничего не путать и не быть голословным, да, всего будет вот 5 миллиардов токенов, резервы, клеймы и стейкинг, и остальные 50% будут раздаваться в течение 5 лет, значит, за участие в экосистеме, в игры и так далее. Я знаю, что многие скачали Minecraft только для того, чтобы поучаствовать в охоте за сокровищами, и это понятно, приз действительно огромный, и он того стоит. Это что касается миров. Закончим на этом. Теперь про вчера я еще сказал про один проект, и вы видите, после моего ника я поставил такую пилюлю. Эта пилюля имеет отношение к проекту BioPills. И интересный проект, на мой взгляд, начался он медленно, спокойно, не торопясь, как-то под радарами. Началось все вот с таких вот пилюль, которые минтились, по-моему, по 0.05 и очень долго валялись на полу, сходили под минт. В общем, такой проект, который можно было бы сказать, что, наверное, выглядит как неудачный. Однако команда работала, команда не просто так собрала деньги и ушла в тину, да, они работали, пилили. У них очень интересная история, там целую вселенную они строят. Кстати, если у вас MetaMask на телефоне и пилюля у вас лежит на телефоне, можно скачать отдельное приложение на iPhone и, соответственно, называется оно Trip Replicator, подключить его к MetaMask и появятся прикольные фильтры на камеру. После этого они дропнули вот такие вот биоключи, соединив биоключ и биопилюлю, можно было получить апостола, потом раздали еще вот такие вот биовейпы, и те, у кого был апостол и биовейп, они могли получить землю. BioLands, то, о чем я вчера говорил, для тех, кто держал NFT-шки их коллекции, Апостола и Вейп, минт был по 0,1 эфиру, да, и паблик сейл был, голландский аукцион, начались с одного эфира. Значит, что дальше? Строится целая вселенная, где будут земли, где будут вот такие вот 3D-фигурки апостолов. Часто их можно увидеть здесь в Twitter-фиде. Вот так выглядит сейчас апостол, но им делают вот такие вот классные 3D-модельки, которыми можно будет бегать по их метавселенной. И, кстати, некоторые проекты уже интегрируют эти 3D-модельки или готовятся интегрировать эти 3D-модельки в свои собственные проекты. Об этом мы поговорим, может быть, в следующем видео. Апостолов тоже существует несколько типов, там, от базовых до самых таких крутых, которые называются Goddess, то есть богини. Вот, поэтому апостолов, ну, разное количество, пилюли тоже, соответственно, разного рейтинга, ключи и вейпы, они стандартные, биокрафты еще такие летающие раздадут тем тоже, кто держит апостолов и пилюли, наверное. Вот, значит, строится вот такая вот вселенная, вот разные типы апостолов,
и потом можно будет летать вот на таких вот биокрафтах. Поэтому вот, кстати, приложение, о котором я говорил. Мне просто казалось, что про этот проект я как-то мельком говорил, и люди заинтересовались, посмотрели, но, наверное, я переоценил желание людей анализировать самим. Поэтому разжевываю вам чуть более подробно. Однако оставляю место для собственного ресерча, естественно. Значит, дальше токен TRIP, это utility токен их вселенной, который можно будет добываться некоторыми способами. Значит, апостолы будут приносить токен TRIP, земли будут приносить токен TRIP, и, соответственно, пилюли тоже будут приносить токен TRIP. Есть разница, да, и об этом очень хорошо написал DisLexBoy. Shoutout ему, что для того, чтобы апостолы приносили трип, нужна будет пилюля. BioLens, биоземли, соответственно, приносят пилюлю сами по себе. И если посчитать по цене пола, да, то апостолы пилюля около 2,7 эфира, земля около единички. Количество трип, токен трип, который будут давать апостол пилюли около 10 по полу, и земля 4,5. Поэтому таким образом цена одного трипа перевешивается в сторону земли, то есть земля недооценена. И сейчас, кстати, земля просела еще больше. Конечно, пилюли является основным активом этой вселенной, однако чисто математически земли сейчас переоценены. Также он обращает внимание на то, что можно до 3 пилюль прикреплять к одному апостолу, чтобы увеличивать отдачу токена TRIP. Поэтому на всех апостолов пилюль явно не хватит. Поэтому держать апостола более рисково, а держать биоземлю — это как бы больше, более такой safe play, то есть как бы земля в любом случае будет давать токен TRIP. Вот, поэтому мне кажется, такой хороший анализ. Я написал, что здесь некоторая BioPills Alpha. Но, как обычно, ценные твиты обычно не получают достаточно внимания. И, кстати, здесь есть TRIP-калькулятор, где можно вставить ваш эфир-адрес, который держит пилюли. Можно, кстати, попробовать вставить мой и посмотреть, сколько будет давать коллекция, которая держишь на этом адресе, трипа в день. Нажимаем Fetch, и показывает, что в день будет даваться мне около 18 трипов, потому что у меня есть такой апостоль, такая земля и такая пилюля. Я сюда скину еще пилюль, еще земли и увеличу этот показатель. Вот, сколько будет стоить токен TRIP, непонятно. И, естественно, на сайте BioPills пишут, что их токен — это чисто утилитарный токен, он не имеет экономической стоимости, он не предназначен для трейдинга, естественно, они это написали, чтобы не попасть под securities law, да, о ценных бумагах. Но мы все понимаем, что то, что попадает в крипту, то, что является ERC-20 токеном, оно в любом случае будет иметь монетарную ценность. Что же можно делать с этим токеном? Самое разное. Токен будет применяться для крафта, для апгрейдов, для создания NFT. И вообще, мне кажется, что настолько продуманная и проработанная вселенная обречена на успех. И, конечно, пилюль купить по 0,5 или там 0,05, точнее, как долго они валялись на дне, уже не получится. Однако земли, мне кажется, еще достаточно недооценены. В любом случае, если у вас нет большого капитала или вы не готовы взять так много риска на себя, там в размере 1 эфира и 65 сотых эфира, точнее 1,65 эфира на покупку пилюли или около 1 эфира на землю, это хорошо, точнее это нормально, не проблема, можно будет поучаствовать и приобрести токен TRIP, когда он выйдет на рынок. Вчера я говорил, что по моему мнению, в этом году будут решать токены крутых NFT-проектов. Это TRIP, на мой взгляд, это World, это Ape, когда он выйдет, токен Ape еще не вышел, это будет токен экосистемы Bored Ape Yacht Club. Про него мы сделаем обязательно еще более подробное видео, когда он выйдет. Есть еще некоторые другие токены типа Milk от Cool Cats и там Sub от SubDAX, но это уже более рисковые такие проекты, и я не настолько уверен, что они хорошо себя покажут, как, например, токен TRIP. Я практически не сомневаюсь, что они смогут сделать достаточно стоящие инсентивы, чтобы люди покупали этот токен. Но на этом, друзья мои, я буду заканчивать.
Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами. Не берите на себя больше риска, чем можете себе позволить. Увидимся завтра. До встречи. Пока.